Здравствуйте, с вами Валерия Макарова, и я расскажу вам о главных новостях спорта к этому часу. Новокуйбышевская «Нова» стартовала во втором круге волейбольной суперлиги на новой для себя площадке в МТЛ-арена. Соперник – «Югра» из Нижневартовска. До этого матча команды провели между собой 22 встречи, пока побед было больше у «Югры». Зато в этом чемпионате страны «Нова» занимала 8-е место, гости – 11-е. Это преимущество и помогло новокуйбышевцам легко победить в первой партии – 25-13. Но потом игра показала, что этот матч не будет для «Новой» легким. Сопернику удалось собраться. Первую партию провалили. Думаю, связано это с нервозностью. Мы много игр не могли выиграть. И сегодня настраивались прежде всего на тяжелую игру. Но первую партию вообще команда стояла. Поэтому молодцы ребята, прежде всего, что смогли собраться и навязать борьбу. А уже дальше, когда пошла борьба, уже стало поинтереснее. Совершенно другой волейбол показала «Югра» во второй партии. Разнообразие и уверенная игра в обороне принесли гостям победу 25-18. Но уже третий сет остался за хозяевами паркета, и они повели в счете 2-1 по партии. Переломной получилась четвертая четверть. Борьба шла за каждый мяч. Сначала лидировала «Нова» 11-9, но однообразие атак не позволило команде удержать победный счет. «Югра» перевела матч в дополнительное время, где выиграла со счетом 15-12. Сегодня у нас кое-что не получилось. Возможно, рано поверили в победу в какие-то моменты и провалились, по сути дела, на простых мячах. А когда опомнились, уже, к сожалению, было поздно. Команда «Самотлора» набрала ход. Остановить было достаточно тяжело. После досадного поражения «Нова» застряла на 8-м месте волейбольной суперлиги. «Югра» поднялась на 10-е. Лидирует казанский «Зенит». Это были все новости на сегодня. И помните, спортом лучше заниматься, а не говорить о нем.